Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, кто-то и Фистушка. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас какая-то классная вечеринка, все пьяные бегают. Сегодня мы должны эту бомбу вынести на улицу и взорвать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы с Серегой будем начинать. Прикольно, вы как-то танцуете, тут вообще руками машут. Вечеринка начинается. Так, ну что, Серега, пошли на улицу. Да, давай, погнали на улицу, вот туда, да. Давай, туда. Что с тобой? Какой-то странный. Давай, так. По-быстрому. А вы что за нами идете? Вы должны охранять. Охранять, то сейчас я вернусь и взорву ее. Ладно, я вылечу. Я запутался в лабиринте. Так, я жду тебя возле центрального входа. Бегу. Беги. Вот он я прибежал. Короче, давай, ты будешь охранником, я возьму аниматроника, буду пытаться с тобой пройти, защищать тебя. Но потом наоборот, посмотрим, как получится. Так, давайте возьмем какого-то аниматроника, который бьет очень четко и на расстоянии. Все, Серега, я нашел. О, вот эта тема, пошли. Так, подожди, а мне кажется, она на расстоянии мочит, это из новых, стой. Надо старых взять. Она реально сейчас тут всех порешит. Вот. Отлично. Все, я иду защищать Серегу. Есть, я убил. На, Дима, защищай. Тут кабак. Давай, выноси ее, выноси. А мы можем ее взять как-то? Андрюха, давай. Да. Так, Серега у нас сегодня нормально может. Выносим на улицу, пошли. Так, идем. Ой. Твои руки колбасят. Эй, а ты что тут делаешь? Нельзя, только я аниматроник сегодня мощный. Выноси, ты сможешь. А, Серега, не дают вынести. Если он в бомбу попадет, это жопа будет. Выноси. Я вынес. Взрывай ее. А как ее взорвать? Я ее потерял. А где она? Я не знаю. Пацаны, где бомба? Они ее назад несут. Не даю. Есть, Серега, бомба наша. Ты че тут ходишь? Ого, с РПГшкой. Бум. Вы ее за Серегу и двор стреляю в упор. Фистушка, ты умрешь. У меня 8500 жизни. Есть. Воу. Блин, бомба взорвалась. Я же говорил, что бомба слабая. Очень маленькая. Да нормально жахнуло, мне нравится. Опа, где взорвалась? На улице. Или внутри, давайте посмотрим. Я не знаю. Сейчас я отлечу, туман немножко сойдет, потому что ничего не видно. Тоже ничего не видно. Блин. Это радиоактивно, алло. Вот, я вижу. Че не вижу. Ага, я понял. Что-то произошло странное. Давайте обнулим карту, пацаны. Давай. Так. Во, красота. Так, где взрыв был? Я так и не понял. Вот. Вот он здесь на был. Улице был. На улице я был взрыв. На улице взорвал. Так, Серега, значит, мы этот раунд затащили. Да, победа наша. Давай тогда, что было прикольно, я большую бомбу поставлю. Это будет реально прикольно. Так. Давай, например, вот такую вот. Бомбу надо вынести. А, не, она не пролезет в дверь. Стой. Чересчур. Во, вот такую. Нет, тоже не пролезет в дверь. Вот такую вот, побольше бомбу. Погнали. Летим на улицу. И мы, Серега, сейчас будем вас атаковать. Господи, помилуй. Да нормальная бомба, чего ты? Так, Серега, ты здесь? Давай, наши здесь. Старый наш тандем. Давайте вот этого челепиздрика возьмем. Сейчас, подожди, я мод от третьего лица включу. Он будет прикольненький. Да, во. Пошли, Сережка. Я тебя буду защищать. Давайте в этот раз я не буду невидимым. Я буду, чтобы всегда меня видели. О, они тут поставили эту кабаку. А! Что это за говно бьется током? Это электрическая решетка. Не, а как ты ее сделал? Я вообще-то вентиляцию. Ах ты жопа, я тебя не увидел. Серега, тебе тут двое выпало, живи. Я ее убил. Но мне не пройти. Сейчас Серега придет, мы будем это убирать решетку. А не простреливается эта штуковина вообще? Ну ничего, всё, я тебя... Чё-то вообще ничего. Серега, ты где? А! Ай, горю. О, у меня жизни 5000, я не сгорю целиком. Я жду Сережку. Так, я слышу, он уже идет. Где-то. Так.
Ну ладно, можно пролетать вам в офис. Так будет, наверное, лучше или нет. Так, не, вообще не ходи здесь. Нельзя тебе здесь ходить, здесь только я хожу. Так, 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 так. Димас, о, я тут, я тут. А чё, решетка не убивается? Ах ты ж жлоб, опять там сидит на решетке своей вонючей. Правильно, Серега. Заколол. Ой, прикольно, расщепитель. Берем бомбу, Сережка, я тебя защищу. Я во дверях стою. Не даю, не даю, не даю. Никого не пускаю. Блин, я застрял в вот труп... Да я в трупейше не застрял. Так, я дверь открываю. Отлично. Идем, идем, идем. А, жлоб. Жлоб. А, ты говно, убил Серегу. Так, я охраняю бомбу. Бомбу охраняем. Отлично. Наша бомба. Никого нету, никого. Как ее еще не взорвали? По ней столько раз стреляли. Серега, извини, обстоятельства, я думал, это чужой. Хоть бы предупредил, я иду. А, аж выталкивает. Не-не. Ты фистушку убил своего же, свою же. А где бомба? Они ее взорвали, Дима. Да? А че бомба такая слабая? Давайте помощнее бомбу возьмем. Сейчас я полечу, подождите, ребята, в офис, сейчас мы положим. Мне эта бомба не нравится. Во! Сейчас, а вот, с этого пака. Сейчас. Вот эта бомба сделает вещи. Полетели. А ее вообще можно вынести? Да. Так, я Сережку жду. Вот, я здесь. Погнали, ты тоже оружку взял? Погнали, будем их мочить. Давай это по тактике. Я иду вперед. Когда зачищают, ты идешь за мной. Беру огонь на себя. Они возле бомбы. Этот за углом стоит на крысу. Расщепитель есть. Как это невидимость? Я видимый. Ну все, Серёжа. Блин, он тут... Есть, бери бомбу. Отлично. Эй, жлоб. Блин, не неси, не неси, Серега, не стой, стой. Говно, да. Бомба взорвалась. Ого, взрыв, ребята, смотрите на небо. Мы победили. Да, в этот раз, ребята, вы победили. Да, победили. Но бомбу нельзя сразу взрывать. Хотя вы ее не взорвали. Мы ее практически не взорвали. Так, давайте, знаете, кого еще мы взорвем? Не, это слабая бомба, я прям... Вот эта вот бомба, она реально жахает сильно. А мне кажется, вот это на 2000... Ладно, твоя... Да не, я просто боюсь, чтобы на рабочий стол не вылетело. Потому что может. Так, получается, я еще и умер, когда был аниматроником. Серега, давай теперь я буду мочить, ты бери аниматроника. Хорошо. Так, я буду от третьего лица лупашиться с ними. О! Блин, ну это, конечно, имбово. Хотел монетку взять. Нет, только не вот этот. Только... А я его взял. Случайно. О, Серега, все, давай, погнали. Иди ты вперед, они меня сразу убьют. Так, так, так. Ай! Кишки, кровавый понос. А, это ж оружие добавляет жизни, я забыл. Вот говно. Ого, меня отталкивает. Блин, Серега, меня заморозили. Смешно, да? Блин, как разморозиться? Так, гранату кинул. Короче, ребят, в этот раз вы должны не дать взорваться бомбе, потому что так нечестно. То вы сейчас взорвете, мы проиграем. Если бомба взорвется в пиццерии, вы проиграете, все. Так, 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 так. Ты че опять там сидишь? А где он мочит? Блин, от третьего лица играю, давайте уберем. А! У меня вылетело из-за них. Да? Зависла игра. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!